Одно из последствий, которое может случиться, это то, что юг и восток, а это 50% населения и 80% экономики, они могут, ну, такое слово, восстать против существующей власти на Украине. Чтобы этого не было, нужно зачистить все эти территории, на что и поставлены олигархи. Но зачистка одним кнутом без пряника невозможна. Она тогда должна дойти до геноцида. А просто зачистить. Нужно зачистить и дать пряник. А пряника нет, не будет и не предвидится. Когда люди получат новые счета за коммунальные услуги, когда продукты подорожают еще на 50%, когда бензин подорожает, когда все это случится. И это недовольство уже, его нельзя зачистить, потому что можно зачистить политическое недовольство, а экономическое недовольство зачистить ничем нельзя. Его можно зачищать только уже путем геноцида.